И йо-йо, с вами Стаффи. Сегодня я вам расскажу, как же сделать такие же превьюшки, как на моих видео. Но перед видеороликом я советую вам подписаться на мой канал и поставить лайк, ведь мне будет очень приятно. Ну а мы переходим к видеоролику. Итак, нажимаем файл, создать, и делаем ширина 1280, а высота 720, везде пиксели, разрешение 72, окей. У нас появляется вот такой, можно приблизить немножко. Так, нажимаем два раза по этому штучке, по замочку, у нас потом нажимаем два раза. У нас открывается стиль слоя, нажимаем наложение градиента и делаем мои настройки. Так, смотрите, непрозрачность 100, угол 36, масштаб 73. Теперь цвет. Этот делаем куда-нибудь сюда, этот ползунок не трогаем и делаем просто свет, цвет. Здесь можно потемнее, здесь посветлее. Окей, и окей. Так, вот теперь у нас есть уже такая вот, уже градиент. Итак, теперь нам надо сделать текст. Лучше белым делать. Так, пишем свое название. Так вот. Я напишу по своей теме. Так. Лучше делать, чтобы она почти все занимала. Здесь. Так. Вот так вот. И... Вот так вот. Так, теперь создаем папку. И суем туда весь свой текст. Итак, теперь нажимаем два раза по этой папке. Нажимаем тень. И делаем мои настройки. Окей. Итак, теперь нам надо сделать задний фон. Я просто сделаю фон фотошопа. И вставлю в программу. Подгоняем под размеры. Смотрите, чтобы фон был ниже текста. Теперь заходим в фильтры. Галерея размытия. И размытие... А, нет. Размытие и потом размытие по Гауссу. Делаем троечку. Теперь зажатым альтом делаем копию. Либо просто Ctrl-C, Ctrl-V. Снижаем непрозрачность нижнего слоя. Допустим, 15. Теперь заходим на копию. Теперь берем ластик. Окей. И просто сейчас берем мягкое и размер. И делаем просто вот так вот. И стираем там, где у нас текст. Вот. Теперь увеличиваем, уменьшаем непрозрачность этого слоя. Обычную не копию ставим 26. Теперь надо сзади что-нибудь добавить. Я добавлю иконку фотошопа.
И на него берем... так, подождите. Вытаскиваем из этого. Закрываем. Делаем. Вверх. И теперь из этой папки мы просто делаем... зажатым альтом просто наводим на Photoshop. Теперь зажатым альтом перекидываем тени на нашу эту тени эффекта. И вот теперь у нас готова превьюшка. Также можно что-нибудь сюда, вот в эти промежутки, что-нибудь добавить. Ну а кому я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был Стафи, и до новых встреч.